Здравствуйте, друзья! Вас приветствуют на канале Titan Gaming. С вами я, Oldboy, и... Да, и сегодня мы постараемся ответить на некоторые собиравшиеся вопросы по поводу организационных моментов на турнире IESF. Вот какие у вас ожидания вообще вот этого турнира ESF World Championship? Матчи стартуют уже завтра. Ожидания только одни, это топ-1. Это LAN-турнир. Он проходит на арене. Насколько сложно подстроиться под такой формат? Я считаю, что осложнений по сути не должно быть, да? Разве что только за счет того, что есть определенные игроки неопытные на этом турнире, они могут... паниковать, у них может быть какой-то стресс. Вот, также могут девайсы немножко помешать, потому что это нужно перепривыкать очень быстрым образом. Вот, и, ну, есть некоторые осложнения по поводу звука, да, потому что у нас из-за того, что у нас фонтан выключился. Ну, давайте продолжим. Из-за того, что у нас есть некоторые проблемы со звуком, мы не можем использовать такие приложения, как TeamSpeak, либо Discord. И за счет этого нам приходится общаться в игре. А в игре, к сожалению, звук, ну, притишается намного из самой игры. И за счет этого мы, к сожалению, не можем поспособствовать на то, чтобы хорошо что-то слышать. Поэтому я думаю, это принесет какие-то сложности команде в целом, в общем, да, но... Надеюсь, это никак не выльется на общий результат, и мы будем стараться как-то бороться с этой проблемой. Ты что скажешь? Ничего, мы идем за топ-1. Как повлияла замена Elementrix на состав сборной Украины, который будет играть на ESF? К сожалению, у нас не было возможности посмотреть вообще, насколько сильно это на нас повлияло, да, в хорошем качестве или в плохом, поскольку у нас банально просто не было времени вместе потренироваться, да, подготовиться именно этим ростером. За счет этого, ну, за счет того, что у нас шел параллельно по МПЛ, вот, и, соответственно, надеемся, что никаких осложнений не будет, и мы сыграем, в принципе, точно так же, как и сыграли европейскую квалификацию. Какие у вас ощущения? Что вы чувствуете от того, что представляете свою страну на мировой арене? Очень положительное, ну, типа, очень приятно быть первопроходцем и, ну, знать, что ты представляешь свою страну. Я думаю, что в разных дисциплинах все игроки, в принципе, стремятся именно к такому, когда у них появится возможность представить свою страну и представить ее довольно достойным образом. Ты что скажешь по этому поводу, Павлик? Да, думаю, что это прикольно, выступать за сборную. Ну, Хавлику прикольно. С какими сложностями вы сталкиваетесь? Какие проблемы есть на данном турнире? Ну, прежде всего, сложности возникли в плане какого-то ментального состояния в отношении того, что лично для меня это, получается, второй сплит уже, да, в роли капитана, в роли IGL, и сложно перестроиться таким образом, чтобы успеть наработать дефолты команды, помимо того, чтобы наработать дефолты команды, переключиться тоже на фрагера команды, на дэмэдж-дилера. Расскажи про новоиспеченных игроков команды Робза, Айси и Хавлика. Я считаю, что Робз, он в принципе довольно универсальный игрок, да, с точки зрения того, что он может как быть на роли саппорта, так и быть на роли фрагера, когда это ему, ну, необходимо, да, команде. Он приносит довольно большой вклад в команду. Из тех игр, которые я наблюдал, делает минимальное количество ошибок. Он, ну, давайте возьмем вот даже в пример игру с Айси. Айси — это молодой талант, да, ни для кого не секрет. Я считаю, ну, игрок мирового уровня. И в чем же их отличие? Их отличие заключается в том, что Айси, он более сильнее, у него огромное желание заявить о себе, да, как игроки вот именно мирового уровня, как MVP мира, что ли. И вот он сейчас стремится именно к этой цели. В то же самое время Робс, он же, можно сказать, полная противоположность этого игрока. Он сейчас старается перестраиваться, помогать как-то команде, когда это необходимо, и, ну, это вносит свой вклад, и за счет этого наша команда может очень хорошо между собой взаимодействовать. И Хавлик — это как очень приятное дополнение этой всей картине, которая как раз-таки, ну, в принципе, не лишняя.
ну, все, что я могу сказать. Его индивидуальная игра тоже на высоком довольно уровне, он уже это доказывал неоднократно. На том же ПМРК в предыдущем сплите он показал очень хороший результат на его первом лане. Он был... Подскажи, в каком ты топе МВП был? Топ-8 МВП. Я считаю, что для первого лана это, ну, довольно хорошо, потому что лично для меня, понятно, что мы сейчас говорим не о статистике, да, то, что он забрал там топ-8, вау, в топ-10 зашел на лане. Нет, тут идет речь больше о его моральной составляющей, то, что он может на лане именно, ну, как сказать, не паниковать, а это самое главное, в принципе. Когда человек не паникует, это, ну, как сказать, он не допускает ошибки, которые он мог бы допускать, если бы он паниковал. Ну, в принципе, вот так. Как на вас отображается тот факт, что вы играете не дома, а с отеля в Румынии и играете по МПЛ Евро? Влияет ли это как-то на игру? Да в целом это никак не отображается, по большому счету. Единственное, только на подготовке, потому что у нас меньше времени играть с нашей командой. А так, в целом, ну, стараемся как-то с этими проблемами справляться. Какие у вас цели? Какие цели у вашего коллектива на этот сезон? Этот сплит мы надеемся закрепиться за, ну, от топ-1 до топ-5 нас устроит. Соответственно, на ЕУКе идентичная история, поскольку, в принципе, топ-5 это уже железный проход на ПМГЦ. И на самом ПМГЦ, честно говоря, я еще не знаю, как наша команда может выступить, но я надеюсь, что мы все приложим максимальные усилия для того, чтобы показать, ну, очень хороший результат для первого нашего официального чемпионата мира в таком ростере. Вопросик по поводу Айси. Повлиял ли как-то на него ваш уход, например, с африканского региона, да, с экс-трипнов обратно в Европу? Да, повлиял, и повлиял в хорошую сторону. Он в целом не особо горел желанием играть с недисциплинированными игроками. Плюс, ну, самым последним шагом вот в этой всей истории, что повлияло на уход его и меня из команды, это то, что, как оказалось, принимается решение не командой, а принимается решение индивидуально одним человеком. Где бы ты хотел, чтобы прошел следующий АСМ? Ой, ну я не знаю. Первый год он был на Бали. У меня почему-то была такая маленькая надежда, что это произойдет тоже в довольно таком интересном тропическом городе, в интересной тропической стране, где действительно для меня, как и для многих СНГ игроков, неизвестно, как бы, в целом культура народа, да, и там будет на что действительно посмотреть. То есть если с культурой Европы относительно мы знакомы, то с какими-нибудь тайцами или японцами мы совершенно не знакомы. Я бы хотел побольше узнать об их культуре, если бы у нас появилась возможность там участвовать. По поводу Global of Turkey. Турция? Ну, я был в Турции, в Анталии. Там довольно комфортно, комфортный город, приятный, классный. Пляж, тепло, солнышко. А в целом, ну, я во всей Турции не бывал, я не знаю, где будет проводиться Global. Поэтому, ну, для меня это пока еще, ну, стоит таким вопросиком. Поскольку, ну, комментарии очень разные в отношении определенных городов, поэтому тут все зависит от того, как непосредственно организаторы турнира к этому всему подойдут, скорее, больше. По вашему мнению, какие команды могут показать хороший результат на ESF World Championship и также на PMPL Europe? Ну, давай начнем с ESF, потому что он предстоящий, он должен уже начинаться завтра. Сербы, турки, да, сами румынцы, это Нексусы. А кто еще у нас там был в таких, ну, которые могли бы хорошо показать кондиции? Наверное, дайте подумать. Сербы, турки, румыны. Кого-то мы пропустили. Киргизы. А, киргизы, само собой. Казахи, киргизы. Вот, ну, то есть как минимум 5 команд, которые могут составить хорошую конкуренцию, там будет. А с остальными я не особо известен. Точнее, знаком. Известен. Поэтому, ну, пока не могу ничего сказать, будет на самом турнире видно,
кто что из себя представляет. Так-то сложно судить, просто отталкиваясь от того, ну, что есть одно название лишь команды, а результатов не было видно, вот и все. Поэтому, ну, будем смотреть, может, какие-то команды очень жестко грейднулись за последнее время, но мы об этом не знаем. Так, из тех команд, которые я мог бы выделить, это Mad Bulls, само собой, вообще непосредственно, потому что они сейчас действительно очень хорошо набрали, и они очень стабильны. Gaming Gladiator, насколько мне известно, они сейчас очень хорошо решили подготовиться к этому турниру. Major Pride не знаю, и насколько мне известно, у них там есть какие-то внутренние проблемы, поэтому я не знаю, как это может вылиться на результат. Но надеемся, что они также, ну, включатся и, ну, сыграют как первый сезон, чтобы конкуренция была намного интересней. И если конкуренция будет довольно серьезной, то, соответственно, в дальнейшем командам будет намного проще на глобале. И тогда у CIS команд есть больше шансов заявить о себе на глобале с хорошим результатом. Вот. Как вообще Хаблик? Это первый его лампа? Да, не первый. Второй лампа. Как ты вообще себя ощущаешь? Да ничего, нормально. Так, какие у тебя предчувствия, да, так сказать, на то, как вы сыграете турнир ISF в сборной Украины? Да, я думаю, нормально, должен сыграть в топ-3, по-любому должен попасть. Ну, а если учитывать телефоны и со звуками проблемы? Да. Ты можешь повлиять на результат? Я думаю, что у всех, типа, такие же проблемы будут. Поэтому да, все на равных условиях. Ну, тоже верно. Как ты вообще оценишь свою индивидуальную форму на данный момент? На пике ли ты? Ну, бывало ли лучше, бывало ли хуже? Или ты можешь выйти еще выше? Ну, могу выйти еще выше. А как ты думаешь, чего тебе не хватает для того, чтобы достичь своего пика? Не знаю, больше играть, наверное, надо. Как ты готовишься там к турнирам, перед турнирами? Как ты разминаешься? Ну, просыпаюсь в 10 утра, потом час на полигон, тренировка, там, ТДМ, и потом час с половиной играем с тиммейтами. Тебе это не сложно делать? Ну, поначалу было сложно, сейчас уже более-менее привык. Ну, как ты сам считаешь, тебе это бустит как игрока индивидуально? Или это наоборот сказывается на твоей игре в худшую сторону, на твое сугубо мнение? Ну, не знаю, пока что вроде нормально все идет, поэтому вроде как бустит. Ну, в принципе, это хорошо, это значит хорошо. Значит, это ключ к тому, чтобы ты вышел на свою фирму на свою пиковую форму. Это же классно, что ты осознаешь этот факт. Хорошо. Очень важный вопрос, который интересует просто всю публику. Что случилось со сборной Украины? Почему вы не играли оставшиеся дни? Этот вопрос всех беспокоит. И что за бойкот? Как это все происходило? Расскажите поподробнее. Что произошло со сборными Украины? Так случилось, что организация ISF решила добавить в участники русские команды в дальнейших турнирах. И Федерация Украины приняла решение снять всех команды с данного турнира. Собственно, по данной причине мы, наверное, и ушли. Вот. Участие мы принимать, к сожалению, дальше не смогли. И даже если бы смогли, скорее всего, мы уже бы выступали не от лица национальной сборной Украины, а от лица команды ISF. Вот. Что тоже, ну, потом могло бы вылиться не лучшим образом для нас. Поэтому, в принципе, и так произошло, что решили отказаться от участия полностью. Значит, по поводу команды. Почему сделали замены, какие именно замены, на чем основывались? Прежде всего, приняли решение убрать Ресли из состава, потому что на данном турнире он, к сожалению, не сможет выступать из-за возрастного ограничения. Также наш выбор игроков основывался на том, что игроки должны находиться вне Украины на данный момент, потому что сейчас есть проблемы с решением вопроса по поводу выезда игроков из Украины. А также
принялось решение брать именно конкретных игроков. Это игрок Quick, который сейчас играет в северноамериканской команде, насколько мне известно, 412, если я не путаю. И точно так же Фупсмана. Фупсман у нас находится в какой команде? Напомни, пожалуйста, Хавлик. Вульгар Бойс. В Вульгар Бойсах, кстати, где, в принципе, находится сейчас, по-моему, и Тресли. Вот. Вам говорили вообще игроки других сборных, когда вы ходили с арены? На самом деле, да. После того, как мы заявили о том, что мы, типа, снимаемся с турнира, Казахстан, Киргизстан, Сербия подошли нам, пожали руку, и это было очень приятно от них такую поддержку. Да, все команды? Ну да, можно сказать, все команды. Потом, когда мы уходили с арены, все встали с своих мест и начали хлопать. Большой респект им. Это было тяжело, на самом деле. Да. Тяжелый очень момент был. В принципе, вот так вот. Хотелось очень увидеть с командой киргизов, познакомиться с ребятами, да, там Эффектом, Зерочем. Это все-таки новые личности, да, которые зарождаются в киберспорте и рекомендуют себя как хорошие, отличные профессиональные игроки, можно сказать, мирового уровня. А также хотелось увидеться с Ко. Вот, с Ко познакомились, классный вообще, великолепный парень. А Бишки, ну такой мемный, но тоже имеет свою изюминку, скажем так. Про кого еще могу сказать? Наверное, с Андрюхой, да, с Туликой. Очень хотел увидеться. Ну, с пацанами, в принципе, со сборной. С Хавликом в жизни хотел увидеться. Все-таки игрок моей команды. А в жизни вот первый раз видимся. Тоже такой интересный экспириенс для нас, в принципе. Кинг Сизором. Приветствую. Ну, в принципе, все, наверное. Ну, да все хотел увидеть, по большому счету. Чего уж греха таить. Просто на лане хотел повыступать за долгое это время. Но и то, выступление удалось на славу, можно так сказать.